He thought about having a hit, took on a lot then. Maitland-Niles has given a penalty away, but that was just too sharp and strong for him, for the youngster. Arsenal are contesting it. Arsenal not happy here at all, Paul. Niles, I did not touch him. Good industry from Bernat to get into that position. There's not a great deal in it, maybe slightly clumsy. Well, it doesn't look good for the youngster, does it? Didn't really look fully focused as Bernat came onto him, I have to say that. Lewandowski then. Powers it home and Bayern lead 1-0 here in Shanghai. They feel hard done by Arsenal. Lewandowski could not care either way. Czech went the wrong way. He rarely looks in doubt with Robert Lewandowski. It's a superb penalty. Petr Cech couldn't read him. And the second top scorer in the Bundesliga last season. One of the best strikers in the world. Рэмзи есть шанс спасти матч и гол. Айвоби в компенсированное время сравнивает счет в сегодняшней игре. Арсенал забивает за 45 секунд до окончания основного времени матча. Спасает игру, в общем-то, гвардия, которую можно относительно назвать старой. Ну, Аарон Рэмзи в этом сочетании Арсенала, конечно, ветеран от игры за основной состав. Если угодно, можно так сказать. Игроки основы соорудили гол. Прекрасная передача от Аарона Рэмзи в центр штрафной площади. И здесь уже в отсутствии Алабы и Хумельса одновременно Айвоби, в общем-то, без сопротивления был поворотом. Дамиана Мартинеса. Была бы совершенно сумасшедший удар по силе. Но здесь он переиграть вратаря не смог. Вот так-то первая. Ну и вот реакция замененных уже игроков Арсенала. Сегодня... Прямо по центру, практически, если бы совсем повел в серии послематчевых пенальти. Но тут без шансов для вратаря. Очень спокойно. Мац Хуммельс отправляет мяч в ворота под самую штангу практически. Эль-Нани. Разбег, удар и Фрюхтель... Отбивает 1-1. Вечер перестает быть томным у нас. Интересно, будут ли бить сами вратарь. Решительный разбег. Удар. Мартинес угадывает направление, но слишком сильно и очень точно послан. Точно в девятку. Вот даже два Фрюхтля и Нойер на плече. Микропауза. Ну и дальше удар над руками. Мартинес всячески пытается вывести молодого португальца из равновесия. Удар по воротам. Вывел. Вывел, потому что мяч грохнулся в перекладину. Дело происходит. Ту же манеру, что и его коллега избрал и почти вытащил пенальти. Ну и вот теперь, если Бавария не сбивает, то... Разбег, удар, и на этом все. Арсенал обыгрывает Баварию в серии послематчевых пенальти. 2-1.
удара с точки отбивает Демиан Мартинес. И вот так вот Арсенал в концовке встречи переворачивает все.